Таджикистане сегодня отмечают День независимости. С праздником граждан республики поздравил Эмомали Рахмон. Мы за более чем два десятилетия добились ряда фундаментальных достижений, от которых зависит дальнейшая судьба нашего независимого государства. Важнейшим нашим достижением в этот период стало обеспечение мира, спасение нашей национальной государственности от угрозы исчезновения, нашего народа от разобщенности. Ибо без свободного государства потеряли бы всякий смысл исторические чаяния нации, цели и программы сегодняшних и будущих поколений. О том, как отмечают День независимости, расскажет Вера Исмаилова. Праздник таджикистанцы проводят на улице. Сегодня в Душанбе больше 30 градусов тепла. Многие отправились на озеро купаться и кататься на катамаранах. В столице на каждом шагу продают сладости. Можно недорого купить и национальную выпечку. Например, лепешки чапути и слоеную самбусу. В честь праздника мы приготовили лучшие блюда, испекли сладости. Хотим, чтобы в праздничный день у всех была возможность полакомиться нашими изделиями. Угощаем детей на радость родителям. Повсюду звучат поздравления и музыка. В городе открыты десятки концертных площадок. Перед зрителями выступают профессиональные артисты и детские творческие коллективы. Пусть на нашей земле всегда царит мир, спокойствие и стабильность, процветание, здоровье и счастье всем нам. С праздником, дорогие таджикистанцы! Я желаю всем здоровья, долголетия, чтобы было чистое небо над нами и дружба между народами. Народные гуляния продлятся до позднего вечера. Сегодняшний день в республике объявлен выходным. Вера Исмаилова, Бахтиёр Юсупов, Мир 24.